Восточный экономический форум – отличная возможность привлечь капитал в республику, начать строительство самых смелых проектов и выстроить новые социальные мосты с потенциальными инвесторами. К тому же власти Бурятии к форуму подготовились. Это в первую очередь 7 проектов, которые входят в особую экономическую зону «Байкальская гавань». И также один проект «Курорты Бурятии», который входит в территорию опережающего развития, который находится в селе Горячинск. Также мы сюда включили проект, который находится у нас в Выдрино, это мыс Капитанов. За время работы форума Бурятия собрала инвестиции на сумму 99 миллиардов рублей. Однако, чтобы все проекты были успешно реализованы, властям республики необходимо создать инфраструктуру. Здесь руководство нашего региона рассчитывает на федеральную казну. Нужно около 15 миллиардов рублей. У нас есть два проекта, которые мы уже предлагаем нашим инвесторам. Это туристический комплекс «Выдрино», в котором мы предлагаем 7 инвестиционных лотов. Таких как термальный комплекс, визит-центр, спортивный комплекс. Новые инвестпроекты принесут в Бурятию рабочие места, позволят увеличить туристическую привлекательность республики и поспособствуют строительству мест отдыха. Андрей Слепнев, Баир Цыдыпов. Новости дня.